Здравствуйте, уважаемые цветоводы! В этом видео я покажу, какую полезную дать подкормку розам, гортензиям и другим садовым цветам, а также комнатным растениям, например, таким как герани, фиалки, для их активного роста и пышного цветения. И речь пойдет о магниевой подкормке. Магний – очень важный макроэлемент для цветов. Он отвечает за образование хлорофилла, регулирует рост. При его недостатке замедляется рост и развитие растений. Особо острая нехватка магния проявляется, когда стоит жаркая солнечная погода, и процесс фотосинтеза у растений увеличивается. При недостатке магния у растений бледнеют листья, прожилки на листьях остаются зелеными, но сам лист становится желтым, покрывается мраморным рисунком, окантовка постепенно становится бурого оттенка, листовая пластина усыхает. Недостаток магния приводит к запозданию развития растений, ухудшению цветения, поэтому особенно данная подкормка необходима цветам с признаком нехватки данного элемента. Магний можно дать цветам при помощи аптечного или садового порошка, который называется сульфат магния. Данное удобрение также содержит серу, которая тоже необходима цветам для развития. Для этого в 10 литрах воды разводим столовую ложку удобрения и поливаем под корень по увлажненной земле по 1-2 литра под каждый куст. Если у вас цветов немного, тогда разведите 1 чайную ложку без горки в 1 литре воды и полейте цветы под корень по влажной почве. Данная подкормка будет отличной профилактикой хлороза, ускорит развитие и улучшит цветение. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.